Привет. Дэвид Айк потрясающий парень. Недавно он увязал свое рассуждение с первой серии фильма «Матрица». А много лет назад я разбирал свой телефон на предмет того, что у меня села батарейка. Это была фирма Samsung. На батарейке была верхняя бумажка с клеймом и надписями. Я захотел ее оторвать, чтобы пробраться к металлическому корпусу батарейки, проделать дырку и снять вздувшийся пузырь, выпустить оттуда газ. На бумажной оболочке моей батарейки была странная паутина металлическая, которую не помню, как я воспринял, а один из зрителей моего канала написал мне, что здесь стоит на батарейке антенна, передающая с телефона какие-то данные. В те времена я не был конспирологом и не был идиотом, который считал, что конспирология – это чушь собачья. Если бы секретные манипуляции отдельных групп лиц не имели бы места в этом мире, то не было спецслужб во всех государствах, не было управления государством, которые совещаются исключительно за закрытыми дверями. Если в Европе или США говорится о демократии, то это, конечно, для тех, кто не слышит их разговоров, когда они уединяются. Что запретит им это сделать? Просто смешно. Однако, когда парень написал мне, что на батарейке стоит передающая антенна, я подумал, ну что за идиотские идеи, это всего лишь батарейка. Такого масштаба дешевой слежки я, конечно, не предполагал. Но сразу как-то поверил в это. Не потому, что я склонен вообще кому-либо-то верить. Потому что пытливые мозги неглупого человека всегда сомневаются и строят версии, которые могут быть какие угодно. А изобретательность человека безгранична, поэтому и сделать с человеком можно все, что угодно. Как говорил Майкл Корлеоне из фильма «Крестный отец», когда на его семью и на него было совершено покушение для его уничтожения. Разговаривая, кажется, с консильери, он рассуждал так. «Кто же, интересно, из нашей группы людей подставил меня и продался соседней группировке? И кто конкретно это сделал?» И сам себе ответил на этот вопрос. Все наши люди работают за деньги. Исходя из этого, это мог сделать кто угодно. Поэтому, следуя совету Майкла, я подумал, ну почему бы на батарейках не устанавливать следящие антенны? Тем более, что ремни безопасности на машинах установлены давно, и они служат всего лишь источником дохода, но не владельца автомобиля, а того, кто за ним следит в замочную скважину. Ведь согласитесь, если водитель не одевает ремень, это не значит, что ему недорога жизнь. Ему просто не нравится ошейник. Если на батарейке действительно стояла антенна, это и есть ошейник, причем невидимый. Помните Морфеуса из фильма «Матрица»? Нео – это клетка для разума, до которой ты не почувствуешь и которой не прикоснешься. Конечно, невидимый ошейник носить легко и приятно. Главное верить в правильность жизненного пути. Некоторым нравится погорячее. Некоторым нравится копать суть жизни, которая никогда не публикуется в средствах массовой информации. Поэтому я сразу отмел всю общественную информацию и кинулся изучать идиотский коммент моего зрителя. В надежде на то, что я наткнусь на кого-то подобного мне, я, конечно, стал интересоваться мнением других пользователей интернета, как они расценивают вот эту паутину на батарейках фирмы Samsung. Часть условно проницательных людей считала, что паутина на батарейке – это инструмент для зарядки самого аккумулятора, для дистанционной зарядки. У меня была дистанционная зарядка, я клал телефон вместе этой с дистанционной зарядкой, вернее, телефон на дистанционную зарядку, естественно, заряда никакого не происходило. Более того, я знаю о разных системах дистанционного заряжания, от Logitech, еще не помню, уже называется, может, есть разные, но ничего этого не подходило. Вторая часть людей, интересующаяся этой версией паутины на батарейках, на аккумуляторах, вернее,
объясняла мне, что это передающее устройство Wi-Fi для того, чтобы передавать данные с телефона. Эта версия тоже не подходила, потому что сам телефон уже имеет аппаратуру для передачи данных, это раз. Делать передачу с данных, это абсурд, с батарейки передачу данных, это абсурд. Батарейка обычно не имеет данных, туда просто никто не закачивает, кроме самого производителя батарейки. И после некоторого времени размышлений над этим вопросом я встал в полный ступор. Никто, кроме этого полоумного, мне не говорил, что это передающее устройство, то есть передающая антенна. Если вы интересуетесь историей, то, наверное, знаете, что в 63-м, кажется, году в Далласе, в Соединенных Штатах, был убит президент Соединенных Штатов Джон Кеннеди. В его убийстве был обвинен Ли Харви Освальд. Это установила целая государственная комиссия, которая написала там такую лабуду и фигни, что в здравом уме нормальному человеку присниться не может. Все, кто в здравом уме, понимали, что это не так, и убийство президента в Соединенных Штатах самими Соединенными Штатами, то есть правящим классом, точно характеризует положение людей в Соединенных Штатах, что там творится и кто они такие. Исходя из этого, плевать на мнение людей по поводу моей батарейки, по поводу моего аккумулятора и предполагаемой антенны на нем. Я стал искать дальше. Подавляющее количество жителей этой планеты живут как слепые котята. Кстати, наука это подтверждает. Последнее изучение ученых строит такую теорию, что наш разум, это совсем не наш разум, это квантовый генератор, который выдает неизвестно откуда информацию. А уже имеющаяся информация и отработанная до автоматизма укладывается в мозжечок, который уже не думает. И поэтому подавляющее большинство людей благодаря мозжечку делают постоянно в жизни отработанные механические и умственные цепочки. Это не называется разумом. Это неосознанные действия. Они разумные только для того, кто первый пришел к этим методам. Уже освоенные как ученики мозги с мозжечком выполняют это как роботы. Ну, вроде бы это наука. Это подтверждает практика. Если вас с рождения в школе, в детском саду будут учить стереотипам, это все откладывается в мозжечок и делается автоматически. Человек даже не подозревает, что мозгов у него нет, а делает это автоматом мозжечок. Определенные, уже сформированные логические операции. Бездумно, беспощадно, иногда бессмысленно. Собрав в своей голове всю эту информацию, я стал понимать такую вещь. Если мобильный телефон человека является фактически его центральным чипом, хоть человек этого и не понимает, а действует он шаблонно, по заранее сфабрикованным кем-то шаблоном, не думая, мозжечком, то имея доступ напрямую к головному мозгу, который сообщает все, что он делает по телефону, не каждый день и не докладом, а в процессе времени, говоря по телефону, разговаривая со всеми и не зная, что за ним следят, хотя и это бессмысленно, ведь это брехня полная, правда, как многие мне пишут, а я просто идиот, то передающая антенна на телефоне просто обязана быть. Ну почему полоски на дорогах, за которые берут штрафы, есть? Как в фильме Мела Брукса «Кто не платит, тот не проходит». Это я сам придумал. Замочные скважины на каждом шагу. Лживая информация из всех дыр. В задницу каждому засунуть камеру нельзя. А вот в телефон антенну можно. Она просто обязана быть. И я приступил к собственным исследованиям. Я их сделал уже много лет назад, а сейчас опубликую повторно. Может быть, в данной ситуации, когда многим стало доступно немножко информации об окружающей среде, это будет интересно. Смотрите. Так, друзья мои, вот это, если вы еще не поняли, что это такое, это батарейка от сотового телефона. Странный слева лабиринт, да? Я уже делал ролик и говорил, что это такое. Но сейчас я вам это докажу. Я докажу, что через батарейку за вами следят. У меня есть этому стопроцентные доказательства.
Это надпись, которую мне удалось получить с внутренней стороны телефона, разорвав упаковку батареи. Я, к своему удивлению, обнаружил здесь штамп, который до этого не был виден. Я увеличил этот штамп, насколько это возможно в моих условиях. И применял 10-пиксельный фотоаппарат и разное оборудование. И мне удалось почти в точности, но не совсем, прочитать эту надпись, благодаря тому, что рассматривал я это с аппаратом, плюс еще подсвечивал с разных сторон. И вдобавок применял еще плюс к увеличению аппарата увеличительное стекло, так как разглядеть по-другому мне не удалось, и поэтому и вы вот на этой фотографии не очень разглядите. Но так как вы это видите впрямую, как вначале это маломальски увидел я, то этот штамп состоит из двух строк. В первой строке слово большими буквами и какой-то логотип непонятный. А нижняя строчка размазана. Нижнюю строчку мне не удалось при любых условиях рассмотреть, что бы я ни пытался. Единственное, что по логотипу тоже непонятно, что он обозначает. Я тоже, честно говоря, не знал, как что искать. А вот верхняя строчка, так как некоторые буквы читаются достаточно четко, я даже подумал вначале, что это на русском языке. То есть еще раз говорю, вам не так хорошо видно, как было видно мне, но первая буква совершенно очевидно была буквой, если по-русскому, буквой «Н». Вторая была похожа на букву «О». Третья буква, так как пишется она как «тройка», потом я думал, что все-таки может это «тройка», это такая буква из тех, что я знаю, может быть написано, в английском такой буквы нет, это русская буква «З». Третья буква «Т». Совершенно четко читается О, потом М, совершенно четко, и А. Вне зависимости, что здесь не очень хорошая фотография получилась, но это точно. То есть, ноз-тома получилось, ноз-тома. То есть, вот эта буква Н совершенно четко, О вызывала вторая после Н сомнение, потому что она не была полностью как О. Та сторона, которая около N, как-то была смазана, но я списывал на то, что не мог рассмотреть. Потом четкая Z, потом T-O-M-A, но стома. И вот это слово я начал разыскивать в интернете, пытаясь понять, что же это может значить. Но ничего не находилось. Я пытался вместо русских букв применить английский. Но что можно подобрать сюда? N – это буква H. Тут все понятно. O тоже есть. Третья буква. Что можно заменить третьей вместо русской Z? Z. Буква Z. Да, скорее всего, ничего. Третья буква. Только тройка. Ну, я поставил тройку, потому что такой буквы, как русская Z, 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 русская Z, нет в английском алфавите. Дальше идет буковка T, то есть русская T. Потом O есть в английском. M буква есть. И A буква есть. Но, опять же, я ничего не нашел. Я долго ковырялся, пытаясь понять, что же это такое может быть. Но мне пришла в голову такая мысль. А что, если прочитать с обратной стороны? То есть, с конца. Получается, амо-ты-зы-он. Амо-ты-зы-он. Бред какой-то, подумал я. Но через какое-то время я подумал, а что, если прочитать не просто в обратную сторону, а вдруг это напечатано на внешней стороне батареи, а вовнутрь она пропечаталась вот таким вот образом. Тут бы как бы было бы и понятно, почему все так размазано и все равно не читается. Для кого пишется так, что прочитать невозможно ни под одним увеличительным стеклом. И вот тогда я попробовал почитать как будто бы с другой стороны. При этом я посмотрел на батарею на телефоне. И на ней нет ничего. Этого штампа на ней нет. Нет вообще снаружи. А вероятно, раз снаружи нет, а я читаю ее, как будто он прописан снаружи, тогда возникает вопрос. Если вдруг что-то здесь получится, значит, он пропечатан сверху, потом специально заклеен еще одним слоем бумагой. Знаете, как деньги делают? Сначала один слой, там пишут знаки, называются неведенные, а потом следующий слой, и читается это. Супер секретные вещи, только специальными приборами. Но в любом случае, казалось бредом, но я решил попробовать. То есть, если это напечатано снаружи, прикрыто этикеткой сверху, то есть полностью закрыто другим слоем, что мы можем прочитать, если читать снаружи? Получается, М, А, Т,
ZON. Выходит у нас, сейчас я посмотрю, выходит у нас АМОО. И тут меня осенило. Видимо, проблеск огонька, которым я посвечивал, дал понять, что если так читать, то АМО Т, а после Т это, ну да, это же может быть английская, вот что, это английская буковка И, то есть Е. А тогда понятно, почему буква О не читалась, когда она стоит рядом с последней буквой Н. Если эта правая сторона не читалась, тогда это может быть буковка С. Буква С, а последняя буква H, а С или С по-русски. В любом случае, если попробовать прочитать на английском, то теперь все эти буквы есть. Первая буква А, вторая буковка М, третья буковка О, четвертая буковка Т, пятая буква, буква И по-английски, шестая буква С и последний H. И вот это слово амотеч, я решил пойти набрать в интернете. Это производитель GSM и GPS GLONASS антенн. То есть вот эта штука, которую вы видите, это никакой не заряжатель батареи. Это никакой другой прибор. Амотеч – это производитель именно внешних антенн. Вот он сайт, вы можете в этом убедиться. И эта надпись была спрятана на батарее, но идиотским образом она вылезла через бумагу внутрь батареи. И кто-то не подумал, что это может засветиться. Поэтому это объясняет, почему эта надпись не читается. Потому что она пропечатана внутри бумаги. А сюда она вылезла только обратной стороной и нечетко. Но благодаря тому, что буквы «Амотеч» четко, вернее, они больше гораздо, они вылезли достаточно четко. И теперь, когда этот секрет выяснен, видно, что это антенна. Это антенна на батарее, которая работает для передачи информации с телефона. Если вы еще сомневаетесь, то подумайте о таком моменте. Для чего эту печать делать внутри бумаги? Ведь только оттуда ее можно прочитать правильно. А чтобы ее четко прочитать, надо еще, чтобы верхнего слоя не было. Заклеив верхний слой, и даже с обратной, как я, мне пришлось догадываться. Хорошо, что я, как бы, как и все исследователи, старательно, и мне еще повезло. Так что в моем случае сомнений не остается, это антенна. Вот что через нее делают, можно делать все, что угодно. Конечно, можно и не следить. Это как пистолет, знаете ли. Можно из него стрелять, а можно не стрелять. Но то, что эта штука, эта антенна, и произведена она компанией Amatech, производящим антенны, вот этот факт я выкладываю вам на лицо. Пожалуйста, лицезрейте.